от агрогородка Красное Брагинского района до погранперехода Комарин усяго 15 километров. Украина, где означается несприятная ситуация по гриппу, зусім побач. Не в последнюю чергу, именно этим фактом можно растлумачить повышенную увагу до здоровья каждого жихара. Правда, непосредственно сярод мясцового населения неких хвилеваний не назирается. До межи хоть и недалеко, але яна литерально на замку. У всех, кто проезжает с боку Украины, обовязково проверяют на наявность хворобы тепловизором. Выключение не робится ни для кого. Хоть певные обмежевания у вёсцы все ж таки увяли. У минулые выходные у мясцовой школе повинна была пройти традиционная встреча выпускников. С великим того, что шмат кто из их зараз проживая у соседней краине, от мероприемства вырашили отмовиться. В целях профилактики отменяем все культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия, на которых могут дезинфекция проводится обязательно всех помещений, дверных ручек, столов, ученических стульев, учащихся первого класса игрушки также обрабатывается дезрастворами. Столовой и на пищеблоке все обрабатывается дезрастворами. Что тычется необходимых леков, как для профилактики, так и для лечения, то их у Ново-Ялчанской амбулатории запас, как минимум, на 2 тижні. Пясковцы никакого ажиотажа не робят, але профилактикой занимаются. При подозрении на грипп анализы доставить в районную больницу на протягу 2 годин. Хоть эпидемии у вёсцы не чекают. По-перше, около 40% мясцовых жихаров зробили отповедные прищепки. А прича того, на передадні повышения узровню захворывания, медики провели встречи у научальных установок и на предприемствах, где еще раз нагадали, как поводить себе у небезпечный период. Алгоритм деяния у самих медиков предугледживая все махчимые ситуации. Лихорадка, если высокая интоксикация, головные боли, если есть тошнота, есть рвота, мы предлагаем всем, чтобы это был вызов сделан на дом. Выезжает доктор, выезжает медсестра, вот, и там на месте решается вопрос о дальнейшей госпитализации, вот, и о дальнейшем его лечении. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Брагинский район.